Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Калмыкова Наталья Михайловна. Я доцент экономического факультета МГУ имени Ломоносова. И вот уже 25 лет я преподаю курс «Основ демографии» бакалаврам-экономистам и бакалаврам-менеджерам, а также преподаю основы демографического анализа в нашей магистратуре и в магистратуре Высшей школы экономики. О сложных вещах мы не будем говорить. Будем говорить о вещах, которые понятны и выпускнику географического факультета, оказавшемуся перед необходимостью преподавать географию, и историку, и социологу. Если же вы студент или просто интересующийся этой проблемой, то те материалы, которые я буду давать в дополнение к этому курсу, позволят вам найти хорошие учебники, базовые учебники, немножко продвинутые учебники для того, чтобы вы быстро вошли в тему и могли расширить свой кругозор. В принципе, очень хотелось бы, чтобы этот курс положил основу формирования сообщества преподавателей-демографов в России, может быть, за ее пределами на русскоязычном пространстве. Если этот курс нам в этом поможет, то это будет, наверное, нашим общим вкладом в преподавание демографии в России.